Здравствуйте, дорогие мои зрители! Ну что, сегодня давайте посмотрим яшму, бериловые подвесы в породе, которые пришли, ну и часть лабрадоров, те, что вышли из брони. Поехали! Вот такое колечко, яркое, маленькое, от Андрея Крамарева, размер 18. Вот такой солнечный зайчик. 1200 рублей его цена. Капелька. Тоже от Андрея Крамарева. Смотрите, яркая какая. Вот. Очень красивая. Высокая. Размер 18,5. Смотрите. Вот. 1700 рублей. Вот так. Красиво очень смотрится на ручке. Еще колечко от мастера Романа. Ну, тут камера сразу гаснет, мгновенно. Вот такое колечко. Значит, кольца без подложки. Смотрите, и второе без подложки. Вон оно. Вот оно сверкает. Так. И первое тоже без подложки. Все кольца у нас сегодня без подложки. Смотрите, прозрачная. Вот такая красота. 2000 рублей. Размер 18. Вот так. Шикарнейшее кольцо. Так, есть у меня 4 броши. Смотрите. Вот такая брошь. Стоит 1600 рублей. Она на подложке. Мастер Андрей Крамарев. Низельбер в серебрении. Еще брошь. Еще красота. Смотрите. И так. И вот так. И еще он сверкает. Еще и промежуточное такое вот свечение. Смотрите. Очень интересное. 1700 рублей. Очень красивые вещи, конечно. Тоже без подложки. Смотрите, как и колечки. Вот она. Еще вот положила, и сразу она загорелась. Вот такая красота. Смотрите, тоже. И так, и вот так, и искорки, и галактика, вот она. Это брошь на подложечке, подложка черный змеевик. Вот такая красота, 1700 рублей. И еще одна, без подложки. Как есть натуральная, вот такая красота. Это чье-то счастье, стоит 2000 рублей. Смотрите, вот такая красавица без подложки. Андрей Крамарев, броши от Андрея Крамарева. И покажу я вам подвес. С этой стороны вот так, а с этой стороны вот таким вот образом. Вы знаете, удивительные лабрадоры в этот раз пришли. Честно, вот когда я пишу, что я не знаю, что придет в посылке, правда не знаю. Вот, ну, просто вот бомба. Я вот удивительные и удивительные каждый раз. Смотрите, смотрите, как интересно. Звездное такое небо. Вот так и вот так. Шикарнейшие лабрадоры. Ну и этот подвес на подложечке. Вот смотрите, черный змеевик, и еще тоже поблескивает. Подвес стоит 2200 рублей. Фантастические камни. Ну и, значит, покажу я вам унакит, который, к сожалению, у меня не вошел в прошлое видео. Он был последним, и почему-то видео по техническим причинам прервалось, почему, не знаю. Значит, шикарнейший минерал,
снимает стресс, уменьшает давление, нормализует. 19,5 размер. Ой. И возвращает спокойствие. И спокойствие, трезвый взгляд на действительность и на возникшие проблемы. Вот такой замечательный. А также и снимает меланхолию и уныние. Вот такой шикарный, смотрите. И сердце веселит, и душу. Очень сильно напоминает полянку. Смотрите. Вот такая красота. Так, с унакитом мы разобрались. Унакит без подложки. Вот так. Могу его, кстати, до, наверное, до 21 размера растянуть. Конструкция позволяет. Так, второй ряд. У нас очень интересные вещи пришли. Это берилл в породе. Смотрите, вот это перит, перитовая порода. А это берилл. Вот он, кристалл берилла. Вот, смотрите. Вот такие у нас очень интересные вещи. 1850 рублей. Вот так. Еще один подвес. Тоже, смотрите, перит. Еще подвес. Еще кристалл, смотрите. И еще перитовая порода. Вот так. Вот она. 1850 рублей. Еще берилл. И не один. Смотрите, кристаллики. И вот. Красота. Вот так. Очень красивые, пейзажные. 1850 рублей. И еще один подвес. Смотрите, они не очень толстые, не очень пузатенькие, как говорят мои покупательницы. Смотрите, радужка. Радужным играет. И блестит, и переливается еще и радужным. Радужные переливы. Имеет место быть. 1850 рублей. Так, есть у меня один. Так, это сильная сделала. Смотрите, жадеит. Вот такой камень. Почему включила дополнительную функцию? Видите, это шторка. И она уходит вот туда. Значит, на... Так, вот. Вот она идет. Смотрите, показываю, потому как есть люди, для которых это, ну, катастрофа, понимаете, на пальце, на камне есть такие люди. Поэтому показываю вот все мельчайшие моменты. Вот, это шторочка, и она уходит вот вглубь. Вот так. Обратная сторона. Без подложки, здесь она не нужна. Размер 18. Вот так на ручке. Жадеит 1950 рублей. Вот такой стильный очень квадрат. Дальше. Низельбер подвеска бериллы аквамарины. Смотрите, подвеска была в магазине. Вот на нее была цена и 9000 брошь аквамарин, и 8000 дыхание камня. Значит, подвеска стоит 6500 рублей. Вот так, натуральные аквамарины. Вот все перед вами. Низельбер.
по камням, значит, камни точил мастер Роман. Так, у накид. Ну и следующий ряд у нас наша любимая шикарнейшая яшма. Вот такой пейзаж. Обратная сторона. Андрей Крамарев, 18,2 размер. Смотрите, какое стильное кольцо. Значит, стоимость его 1800 рублей. Еще комплект и еще красота. Смотрите. Обратная сторона. 19 размер. К нему вот такие серьги. Вот так. Незельбер в серебрении. Андрей Крамарев. Комплект стоит 3000 рублей. Еще комплект. Смотрите. Обратная сторона. 19,5 размер. Серьги. Вот такой красавец. Очень симметричные серьги. Рисунок на серьгах. Посмотрите. Вот так. 3200 рублей. Есть у меня два красавца. Яшма Пикассо. От мастера Романа. Смотрите, высокие. Очень удобная вот эта конструкция. 19 размер. Даже, по-моему, как бы не 19,5. Огромное стильное кольцо с законченным рисунком. Смотрите, рисунок закончен. Рисунок нигде не прерывается, поэтому оно такое большое. Стоимость его 2300 рублей. Еще Пикассо и еще красота. То же самое. Можно так, можно по-другому. Размер 18. Стильные, шикарные вещи. В таких вещах, да нет, вы знаете, не 18, 18,5. В таких вещах вы точно не останетесь незамеченными. 2300 рублей. Комплект от Андрея Крамарева. Размер 19. Смотрите, какая интересная огранка у камня. Видите? Камень высокий. И такие же серьги, такой же огранки. Плоские и вот высокие. Значит, стоимость этого комплекта, посмотрите, пожалуйста, 3900 рублей. Вот так. Очень интересные швензы. Так, следующее. Так, сбила штатив. Уж простите меня, пожалуйста. Следующая яшма очень похожа на леопардовую. Ну, вот тут уже можно классифицировать как угодно. 19 размер. От Андрея Крамарева. Незельбер в серебрении. Стильное круглое кольцо. 1400 рублей. Яшма леопард. Андрей Крамарев. Кабошон. Обратная сторона. 18,2 размер. 1400 рублей. Комплект. Посмотрите, на розовом фоне. Леопардовая яшма. Высокое кольцо. 18,5 размер. Посмотрите, какие роскошные серьги. Вот так. Незельбер в серебрении. Андрей Крамарев. Стоимость комплекта
3600 рублей. И есть у меня еще колечко. Смотрите. Это яшма леопард от мастера Романа. Высокое кольцо, обратная сторона, размер 19. Длинное, стильное кольцо, вот в форме листика. Стоимость его 1550 рублей. На этом я заканчиваю свой обзор. Хорошего вам воскресенья и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.